Привет! Все мы знаем, что упаковка важна при продаже любого товара и даже для сдачи квартиры в аренду. Ничего с этим не поделаешь, так работает маркетинг. Этот вопрос очень важен для многих жителей Крыма, потому что, по прогнозам, в этом году на полуострове ожидается до 8 миллионов туристов. Сегодня говорим об этом. Тема «Как подготовить квартиру, чтобы жильцы захотели к вам вернуться?». И купим все это в одном месте – в гипермаркете «Новоцентр». Я не буду напоминать о необходимом ремонте, отделке квартиры, чистоте. Сами понимаете, что это все в ваших же интересах. Цена квартиры прямо пропорциональна качеству ее ремонта. Точно вывезите все, что устарело, и уберите все предметы личного характера, чтобы при первоначальном осмотре квартиры у потенциального жильца не возникло ощущения, что с фотографией за ним наблюдают ваши родственники. Минимальный набор мебели в спальне – это кровать с хорошим матрасом, платяной шкаф, возможно, журнальный или письменный столик. Дополнительное спальное место будет неоспоримым плюсом, но только в том случае, если по комфорту и качеству оно не будет отличаться от основного. Вы когда-нибудь спали на раскладушке? Вряд ли вы захотите повторить этот опыт. Подумайте о жильцах. Для кухни лучше приобрести небольшой, но качественный набор мебели. Стол и 3-4 стула. Что касается кухонного гарнитура, то в Новоцентре его могут изготовить по любым вашим пожеланиям, под любые размеры. Так. То, что лучше сдаются квартиры совсем без мебели, чем с нафталиновой, то есть с раритетной, мы уже поняли. Теперь поговорим о необходимом наборе бытовой техники. Стиральная машина и холодильник – это не роскошь, даже не стандарт, это необходимый минимум, который должен присутствовать в квартире, которую собираетесь сдать. Еще в квартиру можно добавить чайник и микроволновую печь, особенно при таких-то скидках. Также ваши будущие жильцы точно оценят наличие кондиционера и плиты для готовки. Кстати о них. Самыми удобными в уборке и пожаробезопасными являются индукционные варочные поверхности. Запомните, мы к ним еще вернемся. Современные источники света не менее важны, чем современная мебель. Посмотрите-ка сюда. На эти стильные филаментные лампы Thomson скидка 15%. К слову, филаментные лампы бывают разных цветов и форм и выглядят очень круто. Для светильников в стиле лофт это реально находка. Присмотритесь к современным люстрам с потом и светильником. К недвижимости посуточно гости предъявляют такие же требования, как и гостиницы, поэтому в отличие от долгосрочной аренды, хозяину придется покупать бытовые принадлежности, бытовую химию и регулярно их обновлять. Обязательно для каждого гостя должен быть комплект свежего постельного белья, а также полотенец. В новоцентрах ищите стенды с надписью «Хорика». Товары, представленные на нем, имеют лучшее сочетание цены и качества. Запомните одно простое правило. Постельное белье должно быть в спокойных и нейтральных тонах, а вот домашний текстиль – это как раз то, где можно проявить свою фантазию и расставить цветовые акценты в вашем помещении. На фирму «Ап» как раз море скидок. Также оцените уютные пледы, богатство оттенков и хорошие скидки. Полотенца в нейтральных тонах, маленькие, средние и большие, снова стенд Хорика, обратите внимание. А здесь яркие цветовые решения, одеяло, подушки, а также наборы со скидкой 50%. Посуда для готовки и сервировки. Можно выбрать всеми любимый вот такой вот белый бюджетный вариант, или же проявить фантазию, и чтобы впечатлить гостя, чтобы у него осталось желание вернуться, такие вот необычные тарелочки и кружечки. Костяной фарфор – это посуда самого высокого класса. Сланцевая посуда. Вот это хит всех ресторанов. Вы только посмотрите. Посмотри, посмотри. Форма, рельеф, материал. Бросаешь обычный бутер, и он уже брускетта. И уже не 100 рублей, а пятихаточка. Посуду для готовки лучше покупать комплектами. Есть варианты побюджетнее, есть подороже. И те, и другие подходят для использования на индукционной поверхности. Для декора стен могут быть использованы часы или такие вот фотокартины, которые настроят ваших гостей на атмосферу отдыха. Или вот такая, или вот такая, или вот такая на стекле. Ну или вот такая, кто как отдыхает, как бы. Лаванда? Вот такую. Вы вот думаете, что я только о ваших жильцах беспокоюсь, да? Нет. Вот лайфхак для вас. Чехол на матрасник. Водонепроницаемый. Кто-то отдыхает с детьми. Так что, если что, матрас-то будет целый. Наилучший способ добиться того, чтобы будущие жильцы смогли сразу представить свои уютные вечера в вашей квартире – сделать правильные фотографии для рекламного объявления. Поверьте, такие кадры точно быстро сдадут вашу квартиру в хорошие руки. Не тратьте много времени на поиски, приходите и выбирайте все в одном месте.